То есть понятно, что из-за всех вот этих стен, из щелей, отовсюду, то есть можно представить, что находится именно под домом, там, где пустоты. То есть там, видимо, залито все. Вот все запасы, которые стоят. Ну, большая часть вот с той стороны, там, где картошка. А это за ночь бы она вот тут все у нас затопила. Да, запах, конечно, шикарный. Вообще? Все. Так сейчас картошка напитает же это все. Да, так а дом напитает, и вещи и дом, напитает. Да и все. Все остальное, и самое главное, вот бетонная блока. Я так поняла, что вы уже, в принципе, все почистили, да, здесь, я так понимаю, ну? Да? Ну, естественно, люди ж не будут оставаться. А вы говорите, потом вам там еще больше. Конечно, там это и бежит. И продолжает это все течь и бежать. Понятно. Ну, хотелось бы на самом деле сказать, то есть это все из-за бездействия. Сколько можно, конечно, сигнализировать? Мы еще бы не платили там, еще ну, что-то. Ежемесячно, собственно, ну, получается, выплаты все происходят. Это еще бы воды не было, допустим, еще как-то более-менее. Ну, дерьмо, это в дом, это же совсем уже нафиг. Понятно. Что мы... Пойдемте наверх. Пойдемте наверх.